Оперативно-профилактическое мероприятие оружия в Иванове идет полным ходом. На территории областного центра больше 10 тысяч владельцев гражданского оружия. Каждого нужно проверить. Каждому сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии наносят визит. На период проведения операции оружия на данный момент уже выявлено около 20 административных правонарушений. Составлен административный протокол, оружие изымается. К зарегистрированным владельцам оружия инспекторы не случайно приходят на дом, ведь кроме проверки документов, задача оценить, правильно ли хранится оружие. Есть строгие правила, знать и соблюдать которые обязан каждый владелец. За нарушение грозят серьезные санкции. Самое главное, оружие должно храниться только в металлическом сейфе, оборудованном запорными устройствами. При проверке владельцев оружия бывают такие случаи, что владельцы нарушают условия обеспечения сохранности оружия. Оружие хранится вне сейфа, то есть не исключающий доступ посторонних лиц. В отношении владельца составляется протокол об административном правонарушении. Оружие изымается до устранения выявленных нарушений. В случае, если нарушение грубое, то разрешение может быть аннулировано. Хранение патронов отдельно от оружия – тоже важный момент, на который инспекторы всегда обращают внимание. Покажите, пожалуйста, где у вас хранятся патроны к оружию? Хранятся в отдельном помещении. Да. Требования к собственникам оружия строгие, но гораздо строже инспекторы спрашивают с юридических лиц, охотхозяйств и оружейных магазинов. Во время оперативно-профилактических мероприятий проверяют и их. За несоблюдение правил юрлицам санкции в разы серьезней. Но это логично, ведь и ответственность выше. На данный момент на территории города Иваново зарегистрировано 4 торговых организации, занимающиеся реализацией гражданского оружия. Проверки данных организаций проводятся 2 раза в год. Во время таких проверок инспектору необходимо сличить с товарными накладными буквально каждую единицу оружия. Работа кропотливая, обычно занимает несколько часов. Также проверяют оснащенность магазина охранными средствами. Продавать оружие можно, только обеспечив безопасность арсенала. Каждая единица оружия оборудована индивидуальным средством сигнализации. То есть, видите, вот датчик. Вот он, датчик. То есть, когда оружие ставится под охрану, когда выставляется оружие на витрину, каждая единица оружия ставится под индивидуальную сигнализацию. То есть просто так прийти и снять его нельзя. Приобрести оружие могут только люди, получившие на него лицензию. Но это еще не все. В течение 10 рабочих дней после покупки нужно поставить ствол на учет. После этого инспекторы ЛРР проверят условия хранения. И подобные визиты в дальнейшем нанесут еще не раз. В среднем каждого владельца проверяют не реже раза в год. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.